Добро пожаловать в Morrowind, с вами Роман, и вы смотрите очередное видео из серии аддоны для игры The Elder Scrolls Online. Сегодня речь пойдет еще об одном наиполезнейшем аддоне, который называется Itemization Browser. Как вы понимаете, при сборке того или иного билда, для того чтобы подобрать себе необходимые вещи, броню, оружие, бижутерию, необходимо обладать знаниями о том, какие вообще вещи существуют и присутствуют в игре. Действительно, в интернете есть несколько сайтов, так называемые базы знаний, в которых можно посмотреть полный перечень всех вещей, которые есть в игре. И я в описании к этому видео обязательно дам ссылочку на несколько таких сайтов, а также на сайт, который позволяет конструировать билды. Но гораздо приятнее, когда внутри самой игры вы можете посмотреть все существующие предметы. Я имею в виду броню, оружие и бижутерию. Так вот, такой аддон есть. И называется он Itemization Browser. После того, как вы скачаете этот аддон и закинете его в папку с аддонами, нужно установить клавишу, нажатием которой вы будете открывать этот самый браузер, ну, обозреватель, переводя на русский. Заходите в настройках, в управление, настройка клавиш. И вот здесь вот, где-то в середине, бегунок, вот видите, проматываете. Ищите вот такой вот интерфейс, раздел интерфейс, вот такое вот значение. Называется Itemization Browser. И назначаете здесь соответствующую клавишу. Ну вот у меня русская буква G. После того, как вы это сделали, нажимаете эту кнопку, и открывается, собственно говоря, окно этого аддона, которое называется Itemization Browser. Вот так вот это окошко выглядит. Здесь можно искать определенный сет, определенную вещь. Ну вот видите, здесь два типа. Можно искать по названию, а можно искать по сетовому бонусу. Ну, об этом чуть позже расскажу. Также есть фильтр, где этот предмет добывается. Можно искать, где он добывается в мире. Можно смотреть те предметы, которые можно самостоятельно изготовить. Те, которые можно достать в подземельях, в испытаниях. Но и тут дополнительно еще два фильтра привязываются при экипировке и при подборе. То есть вот это вот такие вот фильтры здесь присутствуют. Также можно сортировать по названию, по типу и по источнику. Ну вот, допустим, я как танк хочу подыскать для себя определенный сет, ну, предположим, который увеличивает физическую и магическую сопротивляемость. Вот здесь вот есть текстовое окошко, можно здесь это дело писать, и, соответственно, будет найден. Так, это я ищу по названию, а нужно по сетовому бонусу. Ну вот, физическое сопротивление. Видите, он мне сразу находит тип доспехов. Я здесь поставил тяжелый, либо же вот, например, по монстрам. Но у меня здесь все источники, то есть которые можно выбить с монстров. Ну вот у меня сейчас на голове вот эта вот самая броня, шлем. Вот видите, физическая сопротивляемость. То есть вот так вот можно удобно искать. И также он мне тут нашел и сеты, которые в качестве бонусов содержат физическую сопротивляемость. Если, например, я хочу, ну, скажем, разогнать здоровье, то, соответственно, ищу здесь что-нибудь связанное со здоровьем. Вот, максимальное здоровье увеличивается, видите? То есть вот такой вот удобный поиск здесь организован. Itemization Browser. Ну, собственно, все. Очень удобная, полезная штука. Предоставляет перечень всех предметов, которые есть в игре. Но, к сожалению, здесь каждую часть сета нельзя посмотреть. Здесь просто предоставляется название самого сета. Вот. Тут представлены как бы все сеты, в которых входят и доспехи, и бижутерия. Ну, по сути, сет — это 5 предметов. Есть маленький сет с 3 предметами. Также здесь можно по типу смотреть и где находить источник.
Ну, вот, например, вот эти вот тяжелые дагерфольские, ну, доспехи, где искать? Вот в Сиразиле. Вот такой вот Atomization браузер. Пользуйтесь, ребята. В описании к этому видеоролику я, конечно же, предоставлю ссылку на страницу, где вы можете скачать этот наиполезнейший, по моему мнению, аддон и установить и пользоваться. Спасибо за внимание. С вами был Роман. Увидимся в игре Elder Scrolls Online. До встречи.